Всем привет, мои друзья! Вы на канале Ушасика, мы с вами проходим Far Cry 4. Также желаю вам хорошего просмотра. Так. Сейчас мы их расхуярим. Они уже меня бесят реально просто. Откуда их так много, блин, а? Понять не могу. Откуда просто их так дофига? Понять не могу. Блядь, ну а куда ты лезешь? Идиотка, блядь, по пулям лезет. Ну, пизда, мне понятно. Ебать, они живучие, я просто вахаю. Какие они живучие, блядь, пиздец просто. Ёбана ты в рот, я просто вахаю. Отойдите нахрен. Я говорю, я просто охреневаю. Какие они живучие. Понятно, сейчас он базуку засунет. Сейчас его убьют. Нахуй, это же ебануться, блядь, просто. Откуда они так все лезят? Понять не могу. Я иду. Я возьму. Тут рядом.
Блять, патроны ебаные эти. Мы взяли штаб-квартиру! Тухни уже, блять, ты заебал мне там, а. Ладно, понеслась. Вижу противника! Мы сможем! Вперед, вперед, пошли! Столько патрон надо ебашить на них. Я, блядь, не могу понять. Пизда, короче, мне, пизда мне, короче. Отходим, отходим, быстренько отходим. Как, блядь, сейчас убьет меня, сука. Ой, блядь, сукаская игра, блядь, конченая. Ну, пиздец, короче, пизда мне, короче, все. Сейчас меня заебашит он меня, нахуй. Это же, сука, конченая игра, блядь. Где ты, шлюха, конченая, блядь? Сдохни, блядь, тварь ебаная. Это бред! Ебануться нахуй. Я в ахуе просто. Да сдохни уже, блядь! Ты че за бред такой, блядь, показываешь мне? Пошли, пошли, пошли! Пункт связи наш, мы его захватили! Бля, какая игра, сука, гонзная. Молодец. Я тоже нахуй на пулемет. Та пизда вообще не стреляет. Какая на пулемете, блядь. Сзади, сзади, я говорю, та пизда вообще не стреляет. Кто-то по нам стреляет. Сучий пес!
гадки, не на того пасть открыл. Да, все может быть. Давай, Кейл! Внимание! Кейл может быть в секторе. Смерть! Твоему народу! Что, с базукой ебануть? А, с базукой, да, ебануть? Пейгану мину! Я жива. Спасибо. Свободен! Слава золотому пути! Аджа, и ты что? Что ты имеешь против моих копий? Плакаты, потом мой двойник, теперь это... Прозрачный намек? Мне пришла пора задуматься. Золотая, мать твою, статуя! Как так? Из чистого, мать его, золота! Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? А сколько бедолаге Эрику пришлось для нее базировать? Ну да ладно, ужин почти готов. Амита, я открыл ворота. Еду в сторону дворца. Армия короля контратакует! Прибудем, как только сможем! Я за Пейганом. Давай, я готова. Ой, да. Нелегко было. Бля. Нелегко было. Сука, я его сразу завалю. Входи. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но сначала вопрос. А. С кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня. Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу, присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да, побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Я скоро вернусь.
Так, если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе и довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант. Псих, который меня не слушает и, подобно прочим мартышкам, кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем, а потом отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Ну, кого ты убил? Амиту, Сабала. Я и так это знаю. Но все же хочу услышать от тебя. Иди в пень. Мальчик мой, ты и глазом не моргнул. Что ж, ты понимаешь, что без боя отдаешь свою страну, да? Она всегда была твоей, пират твой. И в первую очередь я хотел донести до тебя эту мысль. Но ты можешь ее вернуть. Полдела сделано, еще одна смерть и все. Нет, я не вынуждаю. Но отрадно знать, что ты не спасуешь, если припечет. Что ж, думаю, ждать нет смысла. Пойдем. И маму захвати. Пойми, мальчик, эта урна — все, что осталось от того Аджая. Аджая Докера. Развеешь этот прах и отрежешь себе все пути к отступлению. Вот так. И что теперь? Думаю, ты теперь поступишь, как я. После того, как Мохан убил Лакшмана. Ах да, ты же не знал. О, да, твой отец убил твою сестру, а твоя мать в отместку убила его. Я просто продолжил ее дело. Сколько людей я убил ради них. Но потом я понял. Смерть Лакшманы была лишь поводом, как и эта урна с прахом. Поводом, чтобы делать все, что захочется. И да, мне это нравилось. Ну, наконец-то. Я бывал тут один раз и вошел внутрь нормальным человеком, а вышел таким. Но ты... Ты выйдешь королем. Вперед. Делай то, что должен. Так, а он что, съебывается? Куда, блядь? Нет выбора без последствий, Аджай! Я отдал тебе кира, но оставлю себе вертолет! Ах ты, тварь!
До свидания, ублюдок. Конец. Слава богу, я ее прошел. Слава богу. Это у нас было Far Cry 4. И слава богу, я ее прошел. Мы начинаем, я думаю, в понедельник проходить Far Cry 5. Всем пока. Пейган мертв. Все кончено? Вы победили? Не могу поверить. Аджай, ты нашел Лакшману? Нашел, Амита. Мама покоится с миром. Ладно, Аджай. Не торопись. Нам нужна твоя помощь, но об этом завтра. Ты заслужил отдых. Мы... Я у тебя в долгу. Спасибо. Так, чё и дальше? Чё, дальше проходить или чё? Я не понял. Мы же всё прошли. Показало конец. Всё. Эй, ну-ка. Окей. Сейчас мы быстренько проверим. Чё тут не так? Твою мать, мне долго будешь путать, блядь. Путал-ка ты. Салют, сосед. О, мистер Гейл. Чё, всё походу, а? Никакого больше хардкора? Зачехляешь свою ракетницу, да? Да, а мне нравится, что ты тут намутил. Да. Без тебя грустно будет. Но повесь пушку на гвоздь в дальнем углу. Хотя... Может, ты не все дела доделал? Есть чем заняться? Может, не убил кого? Я о том же, Дональд. Я йоги, дебил. Дунем? Дунем. Не в этот раз. Не курит, косяк. Спасибо. Жалко. Я бы покурил. Не, ну а чё, косяк всегда полезно курить. Конечно, не всегда. Как вот, есть люди такие, они, бля, наркоманы. Жить не могут без травы. Да, конечно, это уже бред. Вот, а если так, покурить на выходные, расслабиться, можешь? Почему нет? Можно, можно тогда покурить на выходные. Так. Ну все, я думаю, мы прошли. Аджай, несмотря на поражение Пейгана, крепость Райгат все еще стоит. Без мина солдаты там совсем обезумели. Пора нанести удар по слабому месту. Крепость какой-то. Это тоже задание какое-то. Я думаю, мы это не будем проходить. Почему? Какой понт? Мы прошли же ее. Мы начинаем пятую проходить в понедельник, как я и сказал. Всем пока и хорошего вам дня.